Московской области открыто 18 современных центров амбулаторной онкологической помощи. На уровне федерального Минздрава Одинцовский центр амбулаторной онкопомощи, работающий на базе поликлиники номер 1, признан лучшим в России. В нем представлены все виды исследований для своевременной диагностики и эффективного лечения. В дневном стационаре одновременно могут проходить противоопухолевую терапию до 10 человек.